Разницы никакой. Вот то же самое. Когда я уезжала, наше телевидение, конечно, было другим. Оно было не таким правдивым, скажем так. Многое скрывалось. И скрывалось то, что, например, у нас есть наркотики. Сейчас, слава богу, это не скрывается. А сейчас телевидение, американское телевидение, российское, не отличается ничем. Это такой же блок рекламы, это такой же, такая же политическая какая-то, если нужно, дезинформация или информация. Ну, поскольку я работала в Америке на телевидении, то у нас был такой позитивный очень, то я сейчас переговорю, то моя передача, она была позитивной, не связанной с политикой. Она говорила о звездах, о людях, которые что-то внесли в культуру. В общем, я как-то далека была от политических всяких дел. Вот. А поскольку в России я не работала на телевидении, хотя, кстати, было бы неплохо мне поработать. Да, я сейчас подумала, что неплохо было бы мне поработать. Но вот, да, я бы смогла вести какую-нибудь передачу, ток-шоу. Я здесь не работала, поэтому я не знаю кухню внутреннюю.